Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной понедельник, очередная программа и очередной выпуск нашего издания, которое называется ContinentUSA.com. Я очень вам рекомендую сегодня, скажем, вот только вот в сегодняшнем выпуске, я перечислю фамилии наших авторов, кто опубликован. Это Игорь Гиндлер, это Елена Пригова, это Михаил Герштейн, это Марк Зальцберг. То есть я не перечисляю дальше, может быть, публицист из Германии Генрих Дауб вам менее известен. Но я крайне рекомендую, если кто-то еще не подписан, обязательно подписывайтесь на рассылку. Дело в том, что когда вы утром получаете эту рассылку нашу, вы можете выбрать те материалы, которые вам явно придутся по вкусу, и прочесть. Ну, а заодно хотел бы напомнить о проекте, который вот сегодняшним моим собеседником мы ведем вместе. Это ТВ-клуб «Континент». И буквально последняя запись была с очень интересным человеком, хорошим журналистом, нашим добрым другом из Нью-Йорка, Геннадием Кацовым. Я тоже вам всячески рекомендую, потому что она даже называется так, как, я думаю, можно было назвать исключительно и правильно, потому что названо это самое, этот эфир наш, самая большая проблема Америки, что бы вы думали, демократическая партия. Вот. Ну, а сейчас мы поговорим не только об этой самой большой проблеме, но и о других, может, более, скажем так, таких, которые интересуют моего собеседника. Итак, Михаил Герштейн, Нью-Джерси, блогер. Да. И, как я уже сказал, соведущий моего клуба, нашего общего клуба, который называется ТВ-клуб «Континент». Всячески рекомендую, приходите на Ютубе, ищите нас, подписывайтесь. Миша, добрый день. Добрый день. Ну, соведущий, это громко сказано. Ну, послушай. Выпускающий. Выпускающий. Ну, хорошо. Ты еще скажи цензурирующий. Вот. Ну, отчасти так. Цензурирующий, да, это YouTube сам цензурирует. Да, YouTube, да, YouTube нам, нас цензурирует. Я уже жаловался, Миша, неоднократно. Наши слушатели об этом знают. Все-таки мне очень было неприятно, когда старательно, в общем-то, подготовленный, записанный эфир с великолепным, неподражаемым Михаилом Веллером взяли, да и удалили. Вот. Без объяснения причин. Ну, мы надеемся, делать? Что сегодня в радиоблоге мы поговорим, хотя и тоже о вещах, может быть, для Ютуба не сильно приятных, но, тем не менее, нас хотя бы не удалят. Будем на это надеяться. Ну, посмотрим. Ну, рассказывай, да. Что да, происходит. Ну, как, ну что, у нас много. Во-первых, у вас там революция в Чикаго. Ну, об этой революции, поверь мне, уже на этой волне рассказывали. Давай. Я знаю, но выходные, как вы, у вас там были какие-то рекордные эти перестрелки, которых уже не были, как кто-то написал, biblical proportions. Вот. Миша, это, понимаешь, тут рекорды бьются каждые выходные. Каждый уикенд жди рекорды. Я поэтому знаю. Ну, это не удивляется. Это на волне Портленда и Сиэтла, как бы даже мелочи. В Портленде там вообще началась новая антитрамповская волна в плане того, что три комитета уже собрались, три из Конгресса собрались расследовать действия Трампа в Портленде. То есть как будто Трамп вообще что-то делал в Портленде. Там вся история из-за того, что приходят эти люди в погонах. Причем в погонах... Ты ее расскажи действительно сначала. Да. Значит, там вся эта шантропа бегает, крушит все подряд. Вчера сожгли, по-моему... Нет, это вся... Я уже запутался, где уже сожгли вчера здание полиции. Это в Портленде или в Сиэтле? В Портленде, по-моему. Вот. Ну, жгут там все, что подряд. Все там рушат, бизнесы грабят. Ну,
сценарий известен. Вот. И Портланд, как наибольший, как самый яркий, наверное, представитель социализма в Америке, он, естественно, успокоиться пока не может. И когда дело дошло уже до собственности федеральной, до федеральных зданий каких-то, Трамп, как главный американский исполнитель законов, он вынужден эти, хочет он или не хочет, у него одна из обязанностей — защищать федеральную собственность. Поэтому приехали войска, или уж я не знаю, кто они там, из DHS, Department of Homeland Security, и половину этих бандитов арестовали. Они приехали на автомобилях, на которых DHS написано не было. Но у них на погонах и везде, у них и форма была такая специальная, и на каждом рукаве были написаны знаки, они ходили и арестовывали. И борцы за права человека разных там, всяких, ну, не белых, естественно. Вот, они стали кричать, мол, поскольку автомобили были без опознавательных знаков, то это диктатура, вот, что это тиран в Белом доме и так далее. И мэр закричал, что Трамп вообще не понимает, что у нас тут происходит, у нас тут все прекрасно, все под контролем, и нечего ему сюда соваться. И тут же, как обычно, Джерри Надлер и его там остальные товарищи собрались, три комитета собрались расследовать действия Трампа в Портленде. Вот. Ну, Трамп, конечно, он не полез со словом в карман, он сказал, что там у вас и мэр, и губернатор, и, по-моему, он еще туда и этого генерального прокурора их местного приписал, что вам вообще не знает, что творят. Вот. Поэтому мы пытаемся навести порядок. Вот. Но, конечно, сейчас побудят. Времени у них на какие-то разборки, естественно, нету, потому что уже август почти на дворе, до выборов 3 месяца будет, им некогда вообще заниматься этим. Им надо бегать и пропагандировать за себя, за того парня, который не вылезает из бункера. Вот. Тут еще, кстати, интересно, вот это только что вот я прочитал, из нашей этой четверки знаменитой у двоих есть серьезные проблемы сейчас вот на праймерис. Из-за всех этих коронавируса и из-за всех вот этих проблем праймерис во многих штатах передвинуты. И в Миннесоте, и в Мичигане праймерис будут в Миннесоте в августе, и, наверное, в Мичигане в августе. И у Рашида Тлаиба, и у Ильхана Омара серьезные очень конкуренты, причем у одной из них, я не помню у кого, конкурент набрал или набрала там в несколько раз больше денег, чем она. Поэтому большие шансы, что квартет слегка распадется. Добавятся другие, потому что, насколько мне известно, в претендентах на эти кресла в Конгрессе там столько достойных людей. А там уже начнется борьба за как эти новые, нового и старого. Потому что, допустим, AOC там останется, и кто там еще, это Алиса, которая меньше всего из них выступает, Алисия там, останутся, а придут новые, они уже будут как бы не то поколение, между ними начнется уже борьба, это уже хорошо. Вот. Пусть они между собой перегрызутся. Правда, к сожалению, эта борьба идет за счет того, что частично, то есть те новые, которые могут прийти, один из них, или, по-моему, один, по-моему, это был кандидат-мужчина, он выбил место у нынешнего председателя одной из этих комиссий, который, может, и человек не очень хороший, но, по крайней мере, ну, с точки зрения моральных каких-то ценностей. Вот. Но, по крайней мере, он поддерживал Израиль, этот Элиот Энгел, по-моему, так зовут. А вместо него там какой-то оголтелый антисемит идет сейчас. Поэтому это не единственный, к сожалению, случай. Вот, когда последователи эти, сторонники BDS, сторонники уничтожения Израиля, ну, любых этих антиизраильских движений попадают, по крайней мере, в кандидаты от демократической партии. И этот процесс, к сожалению, идет, но сейчас праймерис уже почти закончились, поэтому этот процесс,
к счастью, хотя он, к сожалению, идет, к счастью, оказался не таким масштабным, поэтому, поэтому ну, будем смотреть дальше. Осталось терпеть, Миш, уже не очень долго. Да. Миш, я тебя верну, хочу вернуть к Портланду. Да. Не показалось ли тебе, что это какая-то, ну, в свою очередь, некая репетиция возможных действий впоследствии? Потому что, скажем так, ну, ряд консервативных, настроенных консервативных людей, они Трампа очень критиковали за бездействие, за то, что он никак не применил те, вот, те возможности, которые имеются у, все-таки у федерального центра. А тут вот, вот, вот как это так, как-то отработано было довольно четко и главное, спокойно, и с этими криками, ладно, но... Но вот, может быть, все-таки я понимаю, что они скоро вспомнят и практику Сталина, и 37-й год, и воронки. Но это люди, которые вообще-то ни черта не знают ни в чьей истории. Нет, ну вспомнить они не могут. Они могут только повторить чьи-то слова. Вот да, поэтому... ну естественно. Но я имею в виду, они свою историю не знают в нормальном виде. Так требовать от них советскую историю знать. Но тем не менее, вот что ты думаешь? Не репетиция или это все-таки? Ну, я трудно сказать, репетиция, не репетиция. Порядок надо наводить. То, что в июне... когда были массовые эти беспорядки, ну, хорошо организованные, их нельзя назвать массовыми, их можно назвать хорошо организованными. Когда они проходили, и Трамп ничего старался особенно не вмешиваться, тут это было все-таки двусторонний такой, как это, обоюдоострая бритва, да, потому что наведением порядка внутри штата должны заниматься сами штаты, то есть участие федерального правительства, если не затронуты федеральные какие-то интересы, совершенно не обосновано по американской конституции, потому что но Куомо, в итоге мы что имеем, что Куомо терпеть не может теперь де Блазио, что они разругались на уж, по крайней мере, видимость того, что они разругались, очень сильно есть. К сожалению, результаты этой видимости еще мы не почувствовали, потому что у Куомо, как выяснилось, есть право отправить де Блазио в отставку, которым он, когда Нью-Йорк, можно сказать, был в огне, не воспользовался, сказав, что еще рано. Когда будет не рано, он, конечно, не объяснил. С другой стороны, к сожалению, обратного нету, потому что де Блазио тоже не мешало бы отправить Куомо в отставку за то, что он устроил с этими nursing homes и со всем этим коронавирусом в Нью-Йорке. То есть, ну, здесь мало отставки, здесь вообще-то его ждет суд, я ну, все-таки надеюсь. Ничего его не ждет, как мы видим, да, потому что их, они все как... им обычно все сходит с рук. Правда, сейчас, кстати говоря, сейчас говоря о суде, на прошлой неделе Марк Медоуз, бывший конгрессмен, сейчас он начальник администрации Трампа, начальник аппарата Трампа, сказал, что сейчас будут аресты по расследованию этого Дурома. Наконец-то вспомнили про Дурома, который должен был еще чего-то там в мае рассказать или в июне, но поскольку был коронавирус, он, видимо, рассказать не смог. Этот прокурор из Коннектикута, который расследовал нарушения во время прошлых выборов. И вроде бы там он уже расследовался до того, что Уильям Барр сказал, что это очень серьезно. Те нарушения, которые он там нашел. И сейчас ожидают ареста. Но мы ожидаем ареста с первого дня президентства Трампа, но никого особенно не арестовывают. Единственный человек, которого арестовали, как бы, но ему долго просидеть в тюрьме не дали. То есть, ну, из всей этой мафии, скажем так, это я про Джеффри Эпштейна говорю, он там повесился, как бы, вот. А сегодня, кстати, у нас в Нью-Джерси произошла история, ты, я не знаю, слышали все или нет, что убили сына судьи и еще и ранили ее мужа. Вот. И еще в Нью-Йорке параллельно что-то случилось. И оказалось, то есть пока что
подозреваемого убийцу вроде бы уже то ли арестовали, то ли убили, но оказалось, что вроде бы как это произошло через 4 дня после того, как эта судья была назначена на одно из дел, связанных с Эпштейном. К счастью, подруга его пока еще не повесилась, так что есть хоть какие-то надежды. Ну, если ее переведут в ту тюрьму, где был... Нет, там другого пути у нее, конечно, не будет, это понятно. Вот. Там 100% опять будет то, что было. И, в принципе, мы же знаем, что привет от Хиллари придет по-любому. Нет, но мы не знаем даже историю, что с этим произошло, как бы, но потому что тоже как-то очень близко, очень подозрительно. Но не важно, мы от этого уходим. Ну, вообще, это вопиющий случай. Все-таки в Америке не часто, скажем, убивают и самих федеральных судей, или их родственников. Ну, в сериалах довольно часто. Ну, в сериалах вообще много убивают. Хотя Чикаго соревнуется с сериалами. Ты знаешь, уже по идее мы можем где-то составить конкуренцию некоторым киногероям. Но, по крайней мере, сейчас вторая как бы цепочка событий, это связано с тем, что сейчас идет как бы вторая волна, или я уж не знаю, как сказать, вторая волна или задержанная волна из-за карантина коронавируса. И если мы смотрим на цифры, то они стали достаточно неприятные. Но, к счастью, процент смертности сейчас резко упал, из-за чего расстраиваются CNN, Associated Press, и все они говорят, что вот, это, говорит, смертность упала, но, говорит, вы, говорит, не на то внимание обращайте, не на то, говорит. Это еще не значит, что это хорошая новость. Вот. Хотя, конечно, безусловно. И с этим вчера Крис Уоллес приставал к Трампу по этому поводу, и они там поругались. Даже Трамп его обозвал фейк-ньюс. Потому что Крис Уоллес сказал, что вот Америка по смертности на первом месте. Америка Америка по смертности лучше, чем вся Европа, и чуть-чуть хуже, чем Бразилия, в которой все это позже началось. Поэтому, но Крис Уоллес говорит, а вот на одной неделе, там у нас 2 дня назад умерло 900 человек. То есть, ну, фигурирует. Доволен. Вот таких журналистов вообще надо. Я к нему относился до недавнего времени достаточно терпимо, к Крису Уоллесу, но когда он с такой ехидной улыбкой на лице стал рассказывать, что вот, а как же, вот расскажите, как же, вот, как вы относитесь к тому, что 900 человек умерло на прошлый день. Когда мы еще читаем про эту статистику, я не хочу вдаваться слишком много в подробности, но когда оказывается, что во Флориде они там толком не могут посчитать количество заболевших, потому что то ли они все результаты у них позитивные, то ли у них там они смешивают результаты на антитела с результатами на вирусы, и не только они, и CDC, наш любимый, так уже ничего, вообще ничего не может, никакие итоги посчитать нормально, ну, потому что организация исключительно бюрократическая, совершенно никакого отношения не имеет к борьбе с эпидемиями, со всеми делами, вот, что у них уже Белый дом просто отбирает эти данные и обрабатывает сначала сам. То есть, как они там обработают, это тоже как бы вопрос тот еще. Но, по крайней мере, возможно, они их немножко очистят от того мусора, который эти туда привносят. Но, конечно, ситуация неприятная, и, конечно, когда мы видим то, что сейчас во Флориде происходит, и в Техасе, и в Калифорнии, для жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, это все, конечно, понятно, и все очень сильно, ну, и очень сильно неприятно. Поэтому надеемся, что там это достаточно быстро закончится. Ну, и тут же этот же вопрос экономический, откроется экономика, да. Нет карантина или нет. Кстати говоря, обратил ли ты внимание на сегодняшнее интервью, которое давала несгибаемая Пелоси Микки Бжезинский там на MSNBC, где она очередной раз, это уже не первый раз, эта тема бесконечно муссируется, о том, что если Трамп добровольно не покинет свой офис в Белом доме, то его выкурят оттуда, сказала. Нет, человек, ну, она... Третий человек в государстве. Она же... У нее же нету никаких мозгов, уже не осталось, потому что это мы видели, это памятное рвание листков на
State of the Union, это уже достаточно характерно. Ну, ты вспомнил. Ну, нет, то есть эмоция. Ты же знаешь, ты такой эмоциональный взрыв немолодой дамы. Но ну, дело не в этом. Она тут, понимаешь, интересная штука. Все время говорят о том, как что победа уже дело решенное Байдена, а что якобы Трамп готовится к тому, чтобы не признать ее и всячески препятствовать приходу еще одного немолодого джентльмена, который забывает, где жена, где сестра и так далее. То есть вот и который назвал, что Аризона это важный город на этих выборах. Не, это цитаты. Я думаю, люди любят вспоминать бывшего премьера России, господина Черномырдина. Там у него цитатник есть таких интересных высказываний. Сейчас Байден с ним очень сильно... Байден его перекроет, конечно, потому что тут даже не... Эти, ну, то, что говорит Пелоси, тоже слушать не нужно, потому что одновременно говорит, что Байден победил, а с одной стороны фактически победил, а с другой стороны говорит, что там Трампа надо будет выкурить из Белого дома. Это вещи, конечно... Нет, она же мотивирует тем, что тот победит, это как бы понятно, а Трамп не захочет добровольно уйти, не признает поражение. Мы-то говорим некоторым образом о другом чаще, что... Вот независимо от победы Трампа, какая-то категория наших граждан готова выйти на улицы и крушить все и вся. Вот в этом есть некая опасность. Мы об этом говорим. Ну, мы вроде уже эту опасность уже прошли, так что все нормально. А, то есть, ну вот, поэтому я тебя про Портленд спрашивал, потому что к каким-то вещам надо подготовиться и быть готовым к тому, чтобы... Ну, собственно говоря, кое-кому себе поставил. Ты пойми, что вся вот весь этот шум и все вот это, что сейчас происходит, оно закончится или не закончится 4 ноября. Это же все прекрасно понимают. Что 4 ноября все забудут. То есть либо забудут, либо могут начаться совсем массовые беспорядки. Но, естественно, не со стороны консерваторов. Ну, это понятно. Это, ну, тут же стрелку переводят на консерваторов, как ты понимаешь. Ну, это всегда переводят. Но это всегда, к этому мы привычны, так что для нас сие неудивительно. Хорошо, будем считать, что мы свою первую часть с тобой отработали. Еще раз вам напомню, господа, continentusa.com. Сегодня просто бесподобный выпуск. Хотя у нас каждый день есть интересные тексты, но не всякий раз по 4, по 5 именно вот любимых и, я бы сказал, даже иногда горячо любимых авторов вам предлагается прочесть новые материалы. Ну а пока рекламная пауза, и во второй части мы готовы выслушать и вас. Возвращаемся в программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Вы можете позвонить, задать вопрос, и Игорь постарается на него ответить. Давайте примем, наверное, первый звонок. Да, я только напомню, что у нас сегодня с нами блогер Михаил Герштейн из Нью-Джерси. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Перед тем, как задать вопрос, я хочу буквально пропеть осанову вашему блогу «Континент USA». Я каждый день получаю, каждое утро, и утро у меня начинается с этого. И, конечно, ну просто... Вы такой молодец, настолько все подобрали таких талантливых журналистов от и до. Вот последний, вот вы упомянули Кассов, который осветил как бы глобально все и как бы разжевал тем, которые даже, может быть, и не интересуются и не понимают. И, естественно, такие замечательные у вас, тот же самый Герштейн, который сегодня, и Лобовиков, по-моему, да, ну и так далее. То есть спасибо вам огромное. И заодно скажу спасибо огромное Сереже, что вы есть у нас. И вообще, Сережа, за все спасибо, конечно. Ну, а теперь насчет вопроса. Пожалуйста. Вопрос такой, вот очень много раз поднимался такой вопрос. Почему идут эти погромщики левые, и нет ответной реакции республиканцев? Почему они не выводят на улицы? Вот на мой взгляд,
может быть, я не права, что это, в принципе, привело бы к ускоренному, так сказать, началу гражданской войны. Потому что если одна сила с оружием и вторая сила с оружием, то это начинается гражданская война. Война, когда начинается, то она быстро не заканчивается. И это большая кровь и так далее. Во-вторых, вот те, которые задают вопрос, да, в основном сидят на пятой точке и никогда, никуда не ходят, ничего не делают и так далее. Ну, это и потом, опять же, как Сережа правильно говорил, значит, те, которые республиканцы, консерваторы, они работают. Им не для того, чтобы ходить и орать. Ну, вот ваше мнение. Спасибо вам большое. Можно, спасибо вам, Игорь, можно, прежде чем ты ответишь? Миша, Игорь, можно я буквально два слова скажу? А, да, конечно. Довольно часто люди звонят и вот говорят о том, почему мы не выступаем, почему республиканцы не выступают. Ну, в общем, как бы некая пассивность со стороны республиканцев. Я должен сказать, что мы вчера собралась такая инициативная группа. И тоже мы обсуждали вопрос, то есть некая организация неправительственная, которая будет пытаться что-то изменить, что-то сделать. Люди, причем тоже работающие, занятые, с бизнесом, профессионалы и так далее. Так вот, вчера собрались, обсудили, и я как бы хочу бросить клич, потому что звонков очень много. Почему, да почему? Почему не сделали? Почему нет? Друзья мои, если у вас есть возможность, желание, если у вас, так сказать, вы понимаете, что момент решающий, что страна на грани развала, и можем пойти совершенно просто провалиться в пропасть, пожалуйста, если вы готовы поучаствовать в этом на волонтерских началах, позвоните, оставьте свой номер телефона, оставьте свое имя, я с вами свяжусь, мы обсудим, насколько, так сказать, вы можете помочь в организации этого дела. С удовольствием примем вас и будем благодарны за то, что вы откликнетесь и поучаствуете. Вот тогда мы что-то сделаем реальное. А, так сказать, задавать вопрос, я понимаю, вопрос болезненный. Почему мы не отвечаем, почему мы не устраиваем контрдемонстрации и так далее? Вот как раз... во-первых, устраиваем. Устраиваем. Я знаю, в Нью-Йорке очень активно проходили. Мы, кстати, даже здесь у нас в Баффало Гроув и то прошла не столь многочисленная, как у вас, но некая демонстрация. Мы подошли возле полицейского участка. Значит, друзья мои... Наша Лена Пригова участвовала. Просто эти демонстрации, они мирные, поэтому что о них рассказывать, во-первых. А во-вторых, как известно, прессе это не интересно ничего, потому что это все эти прихвостни Трампа и Путина заодно. Потому что, как известно, Трамп и Путин – это там близнецы-братья. Вот. Или, ну, или что-то в этом роде. Поэтому как можно вообще про это рассказывать? Но... И, к сожалению, довольно часто решение того или иного вопроса упирается в финансы. К сожалению, у нас нет такого финансирования, которое есть у этих бандитских, фашистующих организаций. Ну, реально, там сделать какую-то листовку... У нас нет Сороса своего. Нету Цуроса. Ну, есть, но такое... Один из них умер недавно, один из этих двух братьев, да, а второй за открытые границы, да. Поэтому денег много давать не будет. Вот. Да. И плюс еще, что можно поставить как в противовес вот этому, в кавычках, стихийным этим митингам, которые якобы... под эгидой Black Lives Matter. Значит, ничего нельзя поставить. Можно просто сделать выводы надлежащие. Я надеюсь, что избиратели сделают. Сделают. Вот. Миш, у нас есть звонок. Да, хорошо. Слушаем вас. Добрый день. У нас в Нью-Йорке почти каждые выходные проходят митинги или ралли поддержки полиции. Но да. Вот предпоследнее на 4-й авеню, что получилось? Значит, шли в основном русские и итальянцы, это Бруклин, и в этой ралли поддержки полиции. Но что вы думаете, на встрече с ними вышли этот Black Lives Matter, и полиция не разделила эти две, ну, я скажу, толпа. Хотя это не толпа, это немножко другое, наверное, слово. Ну и что началось? Началось взаимное это самое, кто кому-то уже и по борде дал. И в общем это быстро эти наши итальянцы разошлись, хотя итальянцы еще там тоже пытались драться с этими. Ну то есть это было не организовано. Вот вам, пожалуйста.
Ну, вы знаете, что полиции сейчас не просто приходится, потому что они инструктаж имеют вполне себе из мэрии Нью-Йорка, а там им говорят, вот стойте. Так же, как и в Чикаго. Наверное, все видели вот эти ужасающие кадры, буквально там ролик на меньше 2 минут, когда защищают памятник и стоят безоружные, их забрасывают камнями и так далее, травмированных сколько в госпиталь попали. И тоже вопрос, а что, почему так? Почему не применяются те же средства, которые, ну, мы видим по кадрам из Европы, там, водометы, там, и прочее. То есть, почему не включается? Причина одна. Если будет команда дана таковая с Белого дома, значит, федеральная власть вмешается, это значит, опять перед ноябрьскими выборами встанет один главный вопрос, что никаких выборов не надо, надо делать импичмент, выгонять этого человека, убийцу, эсэсовца и так далее из Белого дома. Кстати, после Портланда его так и назвали. У нас есть еще звонок, сейчас попробуем принять. Добрый день, слушаю вас. Добрый день, меня зовут Марк из Рэд-Айленда. Спасибо за передачу. Можно задать вопрос уважаемым Игорю и Михаилу? Пожалуйста. Уважаемый Игорь, уважаемый Михаил, большое вам спасибо за отличную передачу и за все, что вы делаете на континенте. Прекрасно все. На прошлой неделе была встреча Джим Джордан с Dubs on the Business News Fox. И Джим Джордан сказал, что не ожидается, наверное, публикация доклада Дюрема перед election. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо вам за вопрос и за то, что читаете нас, слушаете. Миш. Ну, понятное дело, что если сейчас опубликуют доклад, это начнется вой, что это политический шаг, провокация и так далее. Поэтому мне, в общем, наплевать на доклад Дюрема. Мне надо, чтобы преступники сидели в тюрьме, будет при этом опубликован доклад или не будет, это уже дело третье. Потому что, как известно, в Вашингтоне весь Вашингтон живет на этих утечках, поэтому даже если не будет опубликован, все его содержание достаточно быстро узнают. И уже, я думаю, что знают, потому что, как я уже говорил в первой половине, что Марк Медоуз сказал, что аресты, задержания неизбежны. И будем надеяться, что это будет, потому что все-таки одно дело, как бы, ну, пытаться ставить палки в колеса там следующая администрация такие вот как бы мягкими методами, типа там, ну, как, скажем, пытаются делать сенаторы или новая администрация, сенаторы в Конгрессе, которые там затягивают по разрешенным там правилам утверждения кандидатур, там тянут резину в одном, тянут резину в другом, пытаются там использовать свой этот филибастер, все эти вот правила законные, а другое дело, это, конечно, слежка, прослушивание. Сейчас уже появилась информация, что в Белом доме у ФБР был информатор свой, осведомитель, ну, там, я думаю, желающих там было много, конечно, потому что парад в Белом доме большой, и всякий, ну, мы видим историю, кстати, этот Винман, бывший, несостоявшийся министр обороны Украины, который... И все ожидали, его должны были вроде как повысить в звании, вот, и все, значит, сидели, ждали, что Трамп не даст это утвердить, и тоже уже собрались там выпускать эти возмущенные письма, демонстрации, я уж там не знаю чего, хотя уж сейчас, уж чем там видно, уже забыли о нем. Но то в итоге он уволился, сказал, он что уволился, он не может... Он не пропадет, так, да, вот от звонок может уйти. Да. Он еще есть? Тогда слушаем. Да, алло, добрый день. Да, говорите. У меня такой вопрос. Как вы считаете, может, самое лучшее, что может произойти, это как раз полностью убрать полицию из этих городов, из Портленда, из Сиэтла, из Нью-Йорка? И я думаю, через 2 месяца там начнется такая бойня, что люди будут просто приезжать туда поохотиться. И на этом все закончится. Вы очень добрый человек, но вот представьте себе, что помимо этих подонков, да, которые там громят и мародерствуют, есть же нормальные люди, живущие там.
И их там большинство, поэтому, то есть, если они там с либеральными идеями, это не значит, что их можно там приходить и убивать. Поэтому убирать полицию нельзя. В Миннесоте Миннеаполисе попробовали, вон там весь Миннеаполис уже выглядит как после Второй мировой войны, это чуть ли не как после ядерной бомбардировки. Они попытались поступили хитро, как они решили. Они решили отдать им на уничтожение там какие-то старые районы, а потом сказали, обратились к Трампу, сказали, что им нужно 500 миллионов на восстановление. Но тут оказалось, немножко им не повезло, потому что Трамп сказал, что он этих денег им не даст, потому что они сами до этого довели. И совершенно правильно сказал, потому что потому что, во-первых, нельзя уничтожать собственный город, а во-вторых, нельзя уничтожать охрану собственного народа. Ну, дело в том, что, конечно, радиослушатель важную тему поднял, потому что мы прекрасно знаем, что финансирование полиции того же Нью-Йорка хотят ополовинить. А половину отдать как раз в карман жене мэра, небезызвестной, да, на всевозможные социальные там программы. На рассмотрение, на рассмотрение этих программ, на создание этих программ. Да. Ну, известно, как она уже миллиард как минимум прикарманила. Поэтому... Да, так, а представь себе, и так полиция, которая деморализована в большой степени, которая зашивается, потому что сейчас пик преступности, все завоевания Руди Джулиани и более того, даже тот же Блумберг не сильно успел что-то испортить, все пошло как бы коту под хвост, и теперь Нью-Йорк превращается опять в тот же криминальный мегаполис, где нельзя делать профайлинг, где вот и так далее. Еще полицию надо сократить. Мы уже об этом говорили, что такое вообще без полиции. Так, у нас есть звонок, Сереж. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу, Михаил и Игорь. В принципе, наверное, руководят теми не совсем дураки, я так понимаю. Все это, так сказать, мрази. Не надо о них так хорошо думать. Да. Вот. И, в принципе, кто исполнитель, они же, конечно, истории не знают. А ведь как начиналось 100 с лишним лет назад? Первым делом убрали полицию в России, так сказать. А потом уже заменили совершенно другими структурами. И тогда все пошло как по накатанной. Наверное, у них цель такая. Но мы как раз вчера это обсуждали, что каким образом вообще большевики к власти пришли, потому что если приход к власти временного правительства еще как-то, может быть, был оправдан, потому что война, потому что там царизм рушился все-таки, то приход к власти большевиков, которые просто как вот эти вот БЛМы прошли беспрепятственно к землю, они не были большевики, а меньшевики на самом деле, они же были в самом малом количестве. Не, ну они большевики, да, были по цели. В основном, так сказать, получили-то анархисты сначала и эсеры, а потом только уже большевики. Их было мало, но они в тельняшках, они эту власть... Вот я так думаю, что, наверное, вот именно такая вот схема сначала убрать органы, которые, так сказать, смотрят за порядком, а потом уже заменить им своими боевиками. Это все закончится 3 ноября, поэтому вы тут не... Значит, если вспомнить немного не такую далекую историю, а 68-й год, когда тоже президентские выборы, значит, то что тогда было? Убийство Мартина Лютера Кинга и похожие беспорядки. Что в этом году? Это был просто всего-навсего выборный год, и все. Вот это все то же самое. Потом они побузили, и достаточно быстро это все закончилось. То есть там маргиналы типа Малкольм Экса еще где-то там остались, но в принципе там все закончилось. Миша, недолго осталось, проверим. А пока у нас звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, господа. Добрый день, Игорь. Добрый день, Михаил. Предыдущий господин, что звонил, затеял очень интересную тему. То, что сделали большевики, когда взяли власть в 17 году, разогнали жандармерию, потом, правда, всех, кажется, перестреляли. И что интересно, сейчас стало почему-то печататься, что абсолютно то же самое в 33-м году
когда Гитлер пришел к власти, и второй человек в государстве был Геринг, в первую очередь они распустили всю полицию. И очень, и очень коммунистические, фашистские эти методы совершенно идентичны во многом, касаются и в будущем тоже, вы знаете, да? А теперь, вы знаете, вы сегодня много затеяли, много говорили о мэрии Нью-Йорка, а как там наша эта мэрия, навозная вошь, которая уже обвинила Трампа, что он виноват во всех этих вайленс, что у нас происходит в Чикаго. Что вы скажете, это же вообще, это я считаю, это позор, позор нации, иметь такого мэра в городе Чикаго. Но вы недалеко, Нью-Йорк недалеко ушел. Но мы можем посоревноваться с вами в этом вопросе. Спасибо, ребята, за программу. Он у нас уже 6 лет. Да, я вам, я вам сочувствую, ребята, сочувствую от всей души. Лиха беда начала, у нас она тоже может просидеть, несмотря на все. В принципе, я вот думаю на сей счет все время. Ну хорошо, ну коль Обама стал президентом, почему некая госпожа Лайтфут не может стать мэром? Ну, почему нет? Но есть другой вопрос, что потом становится. И самое интересное... даже не ее управление городом, об этом даже говорить, ну, немножко странновато, какое там управление, а о том, как она ведет даже себя. Ну вот представь, Миша, когда она вот этим знаменитым словом, которое с F начинается, из четырех букв, она президента обкладывает. И я себе думаю, ну хорошо, вот представь, ситуацию лет 5-6 назад, там мэр какого-нибудь тоже не маленького города, пускай, ну скажем, Далласа, и говорит нашему лучезарному Обаме: да, пошел ты, типа того. Вот. И, кстати, недавно мы печатали в «Континенте» материал, а это ее перепалка с замечательным, я бы сказал, по большому счету, пресс-секретарем Трампа, где тоже она ее совершенно наглым образом обозвала «Hey, Karen», что уже, мы знаем, приписывается. Ну, правда, расизма белого не бывает, ну, то есть в отношении белых. Поэтому это все, как бы, опять же, сходит с рук. Ну, это, скажем... Напрягает в этом не то, что вот даже вот есть там эти беспорядки и все. Напрягает в этом то, что вот эти большие компании начинают какие-то репрессивные меры проводить. Вот это вот напрягает. Например, я там беседовал вчера с одним из создателей достаточно, или авторов одной из популярных консервативных групп на русскоязычных на Фейсбуке, он под своей фамилией в Фейсбуке не выходит ровно по этой причине. Не он один, вот. Потому нет, что... Ну, просто как бы у меня среди моих знакомых таких было немного, но я знаю, что сейчас некоторые закрыли свои профайлы. Некоторых Фейсбук сам закрывает, как мы знаем. Там несколько причин. С одной стороны, избежать тех или иных фейсбуковских репрессий. С другой стороны, да, у многих обстановка нетерпимая. У меня, я каждый день какую-то информацию подобную получаю от тех или иных авторов, читателей и так далее. Мне пишет человек, мой замечательный один автор нью-йоркский, пишет прекрасные материалы по такой исторической еврейской тематике, про местечки и так далее. Она говорит: я читаю все, тоже вот так с утра начинаю, с «Континента» и так далее. Но, говорит, я даже лайк не могу поставить в Фейсбуке. Ну есть еще... да, у меня... что делать? Ну, это было и уже 16-го года началось, а когда еще Камала Харрис сказала... месяц назад, что мы всех сторонников Трампа найдем, потом и отловим, и покажем им Кузькину мать, это вообще, конечно... Так и сказала Кузькину мать? Ну, примерно. Вот. Да, ну Камала еще... А Кузькина мать, по сравнению с тем, что она сказала, это гораздо более мягкое выражение. Подожди, ее вайс-президентом вроде как не обозначили. Вообще, как ты относишься? У нас мало времени, но вот этот вопрос я хотел тебе задать. Ведь очень уже неоднократно, я там сам несколько лет назад, в общем-то, проговаривал это. Правда, в иной связи, я все-таки думал, что
Опять же, венценосная Мишель Обама выдвинется, можно, на президента. Ну, подожди, еще съезд не прошел, мы же еще не знаем. Этого не случилось, но вот сейчас много спекуляций на тему того, что ее запустят-то, как ту самую щуку в этот омут. Ну, узнаем сейчас, сколько, когда этот съезд будет, вот-вот. Этот виртуальный съезд. Ну, там, конечно, проблема в этом виртуальном съезде. Какая жалость, а то бы я мог просто вот... Вы выйти из дома и... Мне просто интересно, как... Я думаю, что они речь Байдена на этом виртуальном съезде покажут в записи, потому что он же не может полтора часа речь говорить. Ну, конечно. Сейчас же уже слышишь, что происходит, что они пытаются сказать, что Байдену можно на дебаты с Трампом только при ряде условий. То есть они пытаются сделать вид, убрать Байдена из дебатов, как бы и сделать, что Трамп виноват, что он не пошел на условия, что вообще неслыханно, потому что, ну, конечно, дебаты президентские там всего там, они даже моложе Байдена, вот, ну и Трампа тоже, они там начались то ли с Кеннеди, то ли с Джонсона, вот, не так давно, но официальные. До этого были дебаты, ну, неофициальные, не в таком формате, но просто, если они умудрятся еще и дебаты отменить, это вообще, конечно. Ну, все могут, и, кстати, ну, уже у нас совсем мало времени, но ты скажи, как тебе нравится то, что Трамп своего предшественника портрет не повесил? Да, Белый. Это ужас, конечно, ужас. Ты читал об этом? Я об этом, ну как, читал, конечно, но не повесил, да, ужас. Не портрет, и даже самого предшественника не повесил тоже, так что... Ну, подожди, вверх ногами ты имеешь в виду? Не, ну, как-нибудь. Как-нибудь. Вот видишь, вот смотри, вот это такая опасная вещь. Не-не-не, мы не говорим о каких-то повешениях, мы говорим исключительно понятно, ну почему. А у Обамы висел в кабинете портрет Буша? А у посла в Киеве был такой портрет. А сейчас, оказывается, демократам не разрешается ругать Буша. Ой. Много интересного происходит, действительно, вот какую бы тему ни затронешь, вот что смейся, что плачь. Но сегодня мы уже вроде бы... Надо смеяться, не надо плакать. Да, да, вроде бы обо всем, что... Еще вот только последний штрих. Оказывается, семья, которая владеет Нью-Йорк Таймс, в свое время владела рабами. Кто бы сомневался, Сереж? Это спасибо, да. Спасибо, друзья. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.